Встреча Валерия Остапчука с жителями микрорайона Южный прошла в рамках избирательной кампании в собрании депутатов НАО. На ней обсудили ряд проблемных вопросов. Один из них – дорога, которую делают уже не первый год. Равняют, и через неделю она вся в ямах. Валерий Остапчук отметил, что самый простой и быстрый способ выхода из сложившейся ситуации – это укладка плитами. Людей также волнует проблема некачественного ремонта домов. Подрядчики и управляющие компании не учитывают мнение жильцов и подписывают акты о проделанной работе, хотя она оставляет желать лучшего. А если бы был такой закон, что должна быть третья подпись того человека, который там живет, или представителя дома, я думаю, что тогда бы вопрос был бы решен гораздо быстрее, потому что без этой подписи подрядчик не получил бы деньги. Напомним, по данному избирательному округу также баллотируется Николай Гмир, заведующий хирургическим отделением Ненецкой окружной больницы.